До інших тем. Вердикт суда Центрального района – 5 годов позбавления воли у колонии агульного режима. Учора у Гомеля вынесли присуд 31-годовому непрацующему мясовому жихару, який оказал сопротивление милиции при затримании. По ходайництве процесс объявления приговору проходил с выключенной видеокамерой. Здымки дозволено было вести только до прихода судьи. На это мелася усяго хвилина. У судовую залу приводят осужденного. Твар закрытый маской. Под объективом камеры мужчина глыбей насовывая капюшон. Трапил он сюда из-за подей 12 жнивня. У той день нетвярозый мужчина про окно кватеры, якая находится у доме насупрать цирку, нецензурно выказывался у адрес супрацовников милиции. Так само кидал у их бок бутельки. При администрационном затримании супротивлялся и наумысно ударил милиционера. Подчас расследования и судового разбиральництва вину не признал. До речи, это уже не первый тюремный термин для гамельчанина. За кратами поспел побывать и за иншие злочинства, у тем лику за вымогальництво и незаконный оборот наркотиков. Обращаясь ко всем гражданам, хотелось еще раз напомнить о необходимости соблюдения законов Республики Беларусь, недопустимости применения насилия и совершения иного рода противоправных правонарушений, преступлений. Поскольку в соответствии с принципом неотвратимости ответственности, виновные лица будут привлечены к административной уголовной ответственности за совершенные ими противоправные деяния.